Он простой музыкант. Играет на трубе, зарабатывает на кусок хлеба и мечтает о лучшей жизни. Она – настоящий ангел, чистейший и невинный. Проклятие! Видел, я почти взлетела. Я и не думал, что ты можешь. А я и не могу. Я слишком большая, слишком тяжелая, чтобы летать. Но иногда, когда ветер достаточно сильный... Подожди, я сфотографирую. Хорошо, но если мне не понравится, ты выбросишь снимки, ладно? Клянусь Богом. Получится ли у них сбежать от зла и предательства? Когда любовь сильнее, чем смерть. Микки Рурк, Меган Фокс и Билл Мюррей в мелодраме «Игры страсти». Рекомендовано настоящим романтикам 13 июля в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».